Здравствуйте, меня зовут Рада Амарян. Я занимаюсь пошивом текстильных кукол, реставрацией советских кукол и проведением мастер-классов для детей и взрослых. Сегодня мы с вами будем делать очень интересную поделку. Я решила сделать вот такую рамочку для картины. Посмотрите, эта рамочка сделана из пуговиц обычных, которые есть в доме. Я думаю, что в каждом доме у мамы, у бабушки очень много пуговиц. И старых, и новых, и всяких разных. И вот в моем доме набралось очень много пуговиц. Я их выбрала и приклеила на рамочку. Посмотрите, как получается замечательно. Замечательно получается подарок к дню семьи. Со мной пришла сегодня вот такая маленькая девочка. Ее зовут Моана. Я ей сшила туфельки, юбочку, купальничек. И вот такая получилась веселая девочка. Она будет мне сегодня помогать. И сейчас давайте мы с вами поговорим, что же нужно для нашего мастер-класса. Конечно, нужны пуговицы. Вот здесь на столе я разложила всякие разные пуговицы разных цветов, разных размеров, которые нам пригодятся в работе. Также можно использовать ленточки, чтобы получились вот такие бантики. Как их делать, я вам расскажу. Очень легко и очень просто. И, конечно, нам нужна рамка. Вот такая рамка, обычная рамка, деревянная. Лучше деревянная, не пластиковая. На нее будет хорошо приклеиваться пуговицы. Также нам понадобится клей-пистолет. Вот такой у меня есть клей-пистолет. К нему стержни. Ну, я думаю, что двух стержней хватит на эту работу. Если у вас белые пуговицы, можно приобрести вот такие наклейки. Вот такие наклейки. И приклеивать сюда, на пуговки приклеивать вот эти смайлики. Я купила такой набор в Фикспрессе, и очень даже удобно им пользоваться. Пуговицы всякие разные. Ну вот, в общем-то, все я сказала, что надо. Теперь о клее-пистолете. Клей-пистолет включается в розетку и нагревается. И когда он нагревается, из него начинает вытекать клей. Поэтому меры предосторожности: подложите или листок бумаги, или картонку, когда будете ставить клей, чтобы не испачкать стол. Также подготовьте еще, если маленькие стержни, подготовьте 1-2 стержня на запас, как говорится. Ну вот и все материалы. Сейчас я включу клей-пистолет, и мы с вами начнем работу. Вот подготовительная работа. То есть я вам показывала, что у меня есть смайлики. Они на клеевой основе. Я беру пуговку и вот так приклеиваю этот смайлик. Вот уже сколько много я подготовила. Это делается быстро. Желательно на серединку пуговки приклеивать вот эти смайлики. И я думаю, что их хватит на первый ряд. А остальные пуговки можно уже просто делать в том цвете, в котором они есть. Берете пуговку и просто на серединку приклеиваете. Немножко прижимаете, разглаживаете. Вот, получается такие замечательные пуговки. Красивые и оригинальные. Еще
такой вариант, смотрите. Можно взять белую пуговку, можно взять любой маркер и зарисовать эту пуговку маркером. Ну, не до конца, вот оставить краешек пуговки. Вот, получается такая пуговка. Можно взять другой маркер. Сейчас все маркеры, которые у меня есть. Есть оранжевый, сиреневый, черный, я думаю, не пригодится. Так, берете пуговку и закрашиваете маркером. Закрашиваете маркером серединку. Край можно оставить. Смотрите, получается вот так оригинально. Ну, еще одну возьму пуговку, такую с четырьмя дырочками. Это у меня красный, не рисует. Может быть такое, что высох. Вот сиреневый, смотрите, серединку я закрашиваю. В принципе, можно и вот тут немножко подкрасить. Получается беленькая пуговка с узором. Ну, это вот как вариант, что можно сделать с пуговками, как их можно украсить. Вот еще одна зелененькая. Ну вот, нагрелся у меня клей-пистолет, и мы начинаем. То есть намазывайте клеем немножко рамку с внутренней стороны и приклеиваете пуговку. Вот сейчас будет очень все быстро. Вот. Опять наносите клей на небольшое расстояние, берете пуговки и просто приклеиваете. Пожалуйста, очень аккуратно, потому что клей очень горячий, нужно обжечься, не забывайте об этом, не притрагивайтесь к самому клею. Вы видите, я не убрала картонку и бумажку, я не убрала, на них лежат все пуговки, это очень удобно и не пачкается стол. Вот так приклеиваете все по окружности, по периметру рамки. Приклеиваете все пуговки. Ну, смотрите, чтобы мордочки этих смайликов смотрели внутрь, вниз на рамку, не вверх ногами. На уголки я взяла пуговки побольше, чтобы они как бы выделяли саму рамку, чтобы было поинтересней. Вот, дошла я до угла, наношу клей на угол и приклеиваю большую пуговку. Вот так. Теперь можно повернуть рамку и начать приклеивать уже на меньшую сторону. Точно так же наносите клей на внутреннюю сторону и приклеиваете все пуговки. Очень быстро, очень получается быстро и интересно. Таким образом приклеиваете все пуговки. Еще раз напоминаю, с клеем, пожалуйста, очень аккуратно, потому что он горячий.
И вот опять я дошла до угла. Дошла до угла, опять переворачиваю рамочку. Тут остаются нитки от клея. Их можно сразу оторвать, а можно потом отрезать ножницами, чтобы они не портили красоту картинки. Опять наносим клей. Так, немножко. Берем большую пуговку сначала, а потом уже приклеиваем маленькие. Чем хорош этот клей-пистолет, что он сразу остывает и сразу приклеивает намертво. Вы можете повернуть рамку, как вам удобно. Мне удобно вот так держать рамку с правой стороны и сразу наносить клей. Таким образом мы приклеиваем все пуговки близко друг к дружке, рядышком. Можно вот так поставить клей. Мордашки здесь на смайликах получаются всякие разные, грустные, веселые. Приклеиваете все, что есть. Так будет интереснее выглядеть рамочка для картинки. Продолжаем приклеивать все пуговки. Можно повернуть рамку, чтобы было удобнее. Можно эти пуговки приклеивать не прямо, а немножко наискосок. Можно вообще перевернуть вверх ногами, как говорится. И очень быстро это все приклеивается. Так. Опять наносим клей на оставшуюся уже рамочку, на оставшийся кусочек рамки. Вот у меня клей закончился, я вставляю новый. Так. Вот видите, приклеивать очень быстро. Здесь важно подготовить все, подготовить весь материал сначала, а потом уже приклеивать это недолго. И вот последняя у меня пуговка. Так, если что-то отклеилось, нанесите клей на рамочку и обратно приклейте. Вот получился вот такой у нас узорчик. Смотрите, со всех сторон у нас приклеены мордашки. Теперь мы с вами продолжаем наклеивать пуговицы на рамку. Сейчас мы будем наклеивать вот этот среднюю часть рамки. Для этого я взяла пуговки побольше, вот такие, которые я обрисовала маркером, можно приклеивать. Точно так же вот наносите клей на ребро рамки,
Вот. И начинаете просто приклеивать вот эти пуговки. Здесь можно приклеивать разного размера, то есть побольше размер разного цвета. Можно взять, какие есть, зеленые, синие, красные, любые пуговки, какие есть. И можно даже нанести клей вот на первый ряд пуговиц. Приклеивать. Точно так же, как первый ряд. Вот получается второй ряд таким образом. Поворачиваете рамочку и приклеиваете так второй ряд, большую длинную сторону рамки. Точно так же наносите клей и приклеиваете пуговки. Переворачиваете и продолжаете дальше. Ну вот видите, как быстро все это приклеивается. Очень быстро. Главное подготовить пуговки, подготовить рамку. И все у вас получится. Очень быстро. Такая пуговка есть красивая. Ну вот и готова наша рамочка. Два ряда мы с вами приклеили. Посмотрите, как оригинально она смотрится. Теперь хочу вам сказать, что здесь вот на ребра приклеивается еще третий ряд. Но вы его сделаете так же, как первый и второй. Вот на этой рамке я вам покажу. То есть все ребрышки мы проклеиваем маленькими пуговками. Маленькими. И получается, что вся рамочка, дерево все закрыто пуговками. Сейчас я вам покажу, как можно сделать простой бантик. Вот такой маленький. Посмотрите. Вот такой маленький бантик из ленточки на вилке. Для этого берем вилку, любую. Можно вот такую узенькую, можно широкую. И тоненькую тесенку, ленточку атласную, можно шелковую, любую, какая есть в доме. Посмотрите, что мы делаем. Мы наматываем вот так ленточку вокруг вилки. Если вы намотаете один круг, то у вас получится два хвостика. Если три, будет три. То есть как, сколько вы хотите сделать бантиков на одном, столько надо сделать кругов. Теперь смотрите, перекидываете между средними зубчиками вилки ленточку, обрезаете кусочек. Проталкиваете опять между средними вторую половинку ленточки и завязываете узелок. Для крепости можно второй узелок завязать.
И аккуратно вытаскиваете с вилки ленточку. Получается вот такой бантик. Маленький оригинальный бантик, который можно так. Вот видите, завязала не так, как надо. Но это ошибочка. Ошибочку надо исправить. Опять развязываю я это все и еще раз наматываю, раз, два, и вторую ленточку, раз, два, перекинула одну ленточку, перекрутила и обратно между зубчиками проталкиваю ленточку и теперь завязываю. Надо закрепить вот эту ленточку, завязать. Можно еще раз вот так перекинуть, чтобы уж наверняка все завязалось. Вот, снимаем. Вот теперь бантик крепкий, и он получается маленький, как раз для нашей рамочки. Вот эти хвостики можно подрезать наискосок. И смотрите, приклеить вот сюда в уголок клеем пистолета. Наносите клей. И просто прикладываете этот бантик. Вот так у нас получается. Вот у меня второй бантик готов. Я опять беру клей, наношу на уголочек и приклеиваю. Чуть-чуть прижать, чтобы клей схватился. Вот посмотрите, получились такие бантики. Их можно в серединку приклеить, на уголочки, как хотите, как вам нравится. Можно на саму картинку прямо приклеить эти бантики. Тоже будет оригинально. После работы обязательно отключите клей-пистолет. Он нам уже не понадобится. Вот наша рамка готова. Что мы теперь делаем? Переворачиваем рамку. Здесь она, картинка держится вот на таких зажимах. Их аккуратно поднимаете вверх, потому что они могут сломаться. Вот так подняли. И вытаскиваете картонку. Вытаскиваете эту бумажку. Бумажка нам не нужна. Теперь очень аккуратно кладите рамочку на стол. Можно взять картинку, поставить ее на картонку ровненько, и теперь картинкой вы вставляете внутрь рамки. Так, вставляете картинку и обратно опускаете вот эти зажимы. Вот такие замечательные рамки у нас получились к празднику, к Дню семьи, любви и верности. Я вас поздравляю, желаю вам успехов в творчестве.